Пока идет подсчет голосов, осталось совсем немного. Я хочу сделать несколько приятных подарков, сюрпризов. Я хочу вручить нашим роскошным дамам цветы. Несколько специальных призов. Первый от женщин России. Это тебе, Сережа Любавин. Женщины доверяют это мне. Прошу. Поздравляю тебя. Специальный приз за очень специальную историю. Больше ни от кого это не услышишь. Это за лучший питбокс живого звука и России. И, конечно, за твой уникальный голос. Вахтанг. Это микрофон, это приз, это спасибо я. Большое. Спасибо! Ура! Дальше. Сразу два специальных приза. Они называются скромно. А я теперь звезда. Витольд и Наиль. И ты теперь звезда. И ты теперь звезда. Держи. Спасибо, ребят. Спасибо всем. Живой звук мечты сбывается! Прекрасно. Итак, в битве титанов живого звука победил. Таблицу на экран. На третьем месте Глеб Матвейчук. На втором месте Людмила Соколова. И на первом месте Батырхан Шукенов. За тебя звезды проголосовали. Спасибо, друзья. Вот от души, от всего сердца. Давай я тебе сначала подарю вот этот микрофон. С ним не стыдно ходить не только в караоке, но и выйти на сцену. Спасибо. И будь большое. Очень аккуратен. Пожалуйста, очень тяжелая штука. Держи, дорогой. Спасибо, Юр. Я поздравляю тебя. Ну, и я приглашаю всех на сцену. Даже из разных стран. И поем мы и любим совершенно разные песни. А все эти песни об одном и том же. О самом-самом главном. И вот именно это нас объединяет. И вот где бы вы сейчас не были, где бы вы сейчас не жили, пусть у вас все будет очень хорошо. Пусть у нас все будет хорошо. Я вас и нас об этом очень прошу. Пожалуйста. Дай Бог. До встречи! Живой звук, Юрий Стоянов. И все, кто здесь, никак не могут разобрать
пока не повернешь. Где этот поворот? Поклон.